Приветствую всех друзей, вы на канале Shadow Lil Play, меня зовут Митя, друзья. Мы продолжаем с вами Final Fantasy, первую часть переиздания. В прошлой серии остановились в этой вот рыбацкой деревушке, которую освободили от пиратов, и теперь у нас есть корабль, который стоит на пристани. Сейчас бы до него добежать, чтобы на нас никто не напал в вот этом вот промежутке. Я добежал. Ого, как я быстро плаваю. Могу и высадиться, могу и не высаживаться. Я так понимаю, мы с вами можем высаживаться только вот в таких вот местах, где находится порт. То есть здесь я не высажусь, где попало. Ну, может, это и к лучшему, волки не отпинают тогда или еще кто-нибудь. Так, что мы с вами делаем? Давайте посмотрим карту. Это максимальный размер, максимальный размер. Сколько у нас денег? Ну, берите карту. Сколько у нас денег? Надо посмотреть. Денег у нас, предметы... Нет, не предметы, снаряжение, по минуту. Снаряжение. А как у нас... А, 144 гила, все, понятно. Гилы ни о чем не говорят, у нас денег нет, нам нужно зарабатывать. То есть я хотел тут еще заклинание купить, а тут заклинание 250 следующего уровня, то есть дороговато. Денег у нас нет. В общем, нам нужно плыть куда-то на запад, там, где проблемы. Там какой-то глаз у ведьмы пропал, и плюс еще нам сказали какой-то разрушенный замок. Сейчас, то есть, на корабль и вперед. Вы что, шутите, что ли, что и на корабле покоя не будет? Они проломали мне борт полностью. Я думал, мы хоть на корабле будем спокойно плавать. Нет, походу нет. А, давай, врежем им всем. Думаю, они об этом пожалеют, что нас напали. А может быть и нет. Ого, урон. Нет, с магами надо что-то делать. Никакущие у нас маги. Ну как никакущие, в плане защиты. Получает по полной программе. Один сбежал. Мы недополучим денег и опыта за это. Ну ладно, 90 монет есть. Ладно, пошли нам на запад куда-нибудь. Ого, какой глазастик сзади. Хоть мы быстро и плывем, но и на море покоя нет. Так, глазастик, ты чем опасен, скажи мне. Давай, наверное, глазастика отлупим, потом уже все остальное. Так, исцеление давай-ка набрось, наверное, на... Да, в принципе, и не надо, наверное. Давай пока не будем. Влупили нам белому магу по морде. Но Бруно получил больше всех. Мы убили глазастика. Ничем уникальным он не отличился. А, давайте врежем этим ребятам зеленым. Сейчас со всех ног летим на запад. А там что будет, то будет. И желательно денег побольше набить. Но что ты возьмешь... О, зелье дали. Что ты возьмешь с этих... Не до твари. О, какой-то замок. А, подожди, это ж наш замок. Там нужно, можно бесплатно переночевать. Наш первый замок, который... Ну как бесплатно? За 30 монет это фактически бесплатно, в отличие от остальных цен, где 50 уже стоит. Он не умирает. Ладно, все равно тут сейчас мы с вами выспимся нормально. Можно... Можно себе позволить легкое дебоширство. Только не убегай, нам деньги нужны. Чем больше мы вас убьем, тем больше у нас будет денег. Сколько вы нам заплатили за этот бой? О, это же хорошо. Так, давайте здесь высадимся. Ибо это нужно. Так, сразу же выспимся, да? Или заклинание выучим? Давайте, наверное, заклинание выучим. Потому что теперь у нас есть заклинание. Кстати, у нее можно спрашивать, что делать дальше. Привет, я танцовщица. Вы были уже в западной цитаде? Нет, плывем. Говорят, корона из пещеры Топи может восстановить разрушенный замок. Короче, цитадель какая-то западная, разрушенный замок и пещера Топи. Надо стоит запомнить эти понятия. Так, тут у нас все тоже, хотя молот появился. Но он у нас есть, мы его купили. Или он был? Нет, по-моему, его не было. Ладно, я вообще сюда не за этим пришел. Я пришел сюда за заклинаниями. Можно я пройду? Спасибо. Угу, до свиданица. Так, заклинания, которых у меня денег не хватило. Там можно еще какое-то подключить. Заклинание для белого мага. У нас есть первое и второе, но нет вот этого. Увеличивает защиту одного союзника. Мерцание заклинания. Давай защиту.
Да, одно место у меня есть для этого уровня, я его выучил. Первый уровень 50. Только маловато как-то слотов. Ну ладно, как сколько есть. Все, чтобы теперь купить мерцание, так понимаю, мне надо забыть предыдущее, да? То есть я не могу выучить про запасы и потом менять. Нет, не могу. Должен выбирать. Ты должен выбирать. Ну, в принципе, правильно. Вообще, система магии здесь, конечно, уникальная. Я такой не встречал. А вы кто? К северу от Корнели лежит ведьма по имени Матоя. Да я ее уже нашел. Она глаз потеряла. Так, это твой родственник, да? Что нам нужно здесь? Фокус, уклонение от одного врага. Молния одному врагу. Давай молнию возьмем за 50. Сколько у нас денег? Выспаться хоть хватит. Все, отлично. Благодарю. Отлично, отлично, отлично. Теперь нам надо пойти выспаться нормально и можем с вами дальше отправляться на запад. Так, hello. Сон за 30 это просто бесплатно, я же говорю, практически. Все, мы полны сил с новыми заклинаниями. Хотелось бы, конечно, купить заклинания второго уровня, но они по 250, то есть на 3 слота мне надо по 750, то есть 1500. Ху-ху-ху. Сумма немалая, я вам скажу. Так, глазастик обеч, что-то мне не нравится. Какой-то у него недобрый взгляд, я вам скажу. Особенно второй, правый глаз у него довольно-таки подозрительный. Так, давай так, лечиться не надо, сейчас нас тут всех излечат. Дарка, давай, наверное, молнию попробуем, как она работает вот на нем. Ух ты, больно. Бейте меня. Ой, прелесть, щит вылез. Так, глазастик умер. Неплохой урон молнии, я вам скажу, очень неплохой. Видели, что с ним сделал? Так, новый уровень. До 7-го добрались. Прелесть. Так, несемся по полной. Все равно... За что, летающие акулы? Не стоит их бояться. Наверное, да. Давай, наверное, акулу отлупим. Магия. Что у нас магия есть? Это не нежить, защита. На кого накладываю? Никого пока не трогай. Бей пока он акулу вверху. Так, магия, сон. Давай на всех, не знаю. Заснет глаз, не заснет. На одного не попали. Акула не умерла. Не умерла акула, представляете? Надо и помочь. Вспышка, давай здесь. Больно, блин. Че, смерть, что ли? Прекратите. Он должен уйти. Ушел. Так, акулу убрали. Это не ушла, собака. А набейте, чем можете. Промах. Это нормально. Не, ну заплатить должны хорошо. Бой-то, извините меня. Акула сопротивляется. Еще сейчас и грохнет у нас персонажа. 200 монет всего. Но зато по уровню набросили. Ладно, хорошо. Где у вас пристань здесь? Срочно скорую. Я не могу сюда въехать. А где же у них пристань тут? Замок я вижу. А где пристань? У нас большие проблемы, между прочим. Бейте этого. Среднего. Магия. Исцеление. Попробуй себя исцелить. Магия. Вспышка. Давай вот этого. Все, конец. У нас труп. Ну, она исцелилась, конечно, но... Воскрешение будет стоить дорого. И что мне, назад возвращаться? Ну, желательно вернуться назад. Воскресить человека нашего. Как-нибудь. В
плыть далековато. Ну, поплыли, воскресим, блин. Ну, там, может, города больше нет. Там замок стоит какой-то. Ну, а это еще кто? Буконьеры. Надеюсь, вы богатые. Так, давай так. Не-не-не, стоп, магия. Исцеление, исцеляй себя же. А крепкие псы. Самое интересное, я потом опять подплыву сюда же. Они меня опять отпинают, и я вернусь обратно. Хорошо, сколько денег? О-о-о, ну это стоило того, чтобы их встретить, я вам скажу. Так, мне надо срочно сюда. Спасибо. Спасите. Спасите, нас избили. Никогда не плавайте на кораблях по этим землям, это ужас. А вы кто? Говорят, Мато я плохо видит, без своего хрустального окна совсем слепа. Я очень рад, что она плохо видит. Я с ней уже встретился, мне надо воскресить человека. За сколько? 50? 40? 40. Это самое дешевое воскрешение, кстати, в этом городе. И самый дешевый сон, между прочим. Поэтому не стоит ими брезговать. Нет, не стоит брезговать, да. Не, ну смотрите, мое плавание не принесло плода, хотя я увидел какую-то башню на горизонте, но морские демоны меня отогнали далеко подальше от этого места. Поэтому я добежал обратно, нам надо брать либо ниже, либо на юг плыть, возможно там пристань, потому что нам конец, если мы этого не сделаем. Так, давай, да, магия, какая-то у тебя магия еще есть, да это ж не нежить. Ну давай на себя защиту набрось, что ли. Давай, вспышка сюда. Я хорошо держу, кстати, удар. Если меня так все били. Защита. Прощай, глаз. Прощай, зелень. Все, давай его добиваем. 100 монет это не очень. На юг давай плыть побыстрее. О, я пристань нашел. Все-таки с южной стороны. С западной стороны я нифига не на... Бруно, живи. Так. Иди сюда, акула. Наверное, давайте, наверное, акулу шлепнем. Не, давай его шлепнем, он тоже бьет неплохо. Акулу шлепнет Бруно. Магия. Исцеление. Давай, Бруно. Магия, вспышка сюда. Бруно, сейчас тебя вылечат. Нихрена себе, у акулы жизненной энергии. Видели вообще? Бруно, убей акулу. Промах, это плохо. Сейчас Бруно получит за ваш промах. Тут деньги должны быть, потому что акулы богаты, да, хорошо. Так, пристань вижу. Мы на пристани. Нам сказали идти на запад, а я хочу на восток. Что это за поляна? Ничего подобного. По-моему, мы сделали глупую ошибку, пойдя на восток. Я ни хрена ж не сохранялся еще, к тому же. Молодец. Что это за зеленая тварь? Два задних я знаю, кто эти ребята. Так, магия, исцеление на Бруно. Магия, сон, попробуем усыпить. Ох, Бруно, 39, это жесть. Так, мало. Бруно 70, Бруно 5 получил. 43, он неубиваемый. На одного только сон подействовал, на двоих пробах. Магия, исцеление на Бруно. Магия, вспышка на этого парня. Офигеть. 14. Бруно, живи. Бруно живет. 45. Но он не убиваем. 46. Наконец-то сдвинулось. Давай. Магия исцеления на соседа. Магия вспышка на вот этого. Промах. Это кто промахнулся?
Это хорошо, 47, это здорово. Мы исцелили соседа. Ну все, здесь просто бьем. Отлично, хорошо, что он меня ударил. Денег сколько? 700? Я вас обожаю, спасибо. Там ничего нет, я так и думал. Но хотя бы надо знать, что слева. Я пошел через лес. О! О! Городок? Там пристань внизу, кстати. Эльфхейм! Здрасте. Что же нам делать? Пожалуйста, помогите нашему принцу. А что у вас с принцем-то? Ну, сколько тут у вас цены, ну расскажите. Сотня. А у меня нет выбора, мне по-любому спать придется. Да, мне по-любому спать придется, у меня раненые. Пошли посмотрим, что тут за оружьишко продается вот у эльфов. У эльфов продается следующее. Железные нунчаки берем. Ох ты, я 2000 насобирал уже. Берем, не глядя. Кинжал для... О, наконец-то ты посох свой сменишь. 140. Потерисса. Что нужно? А, мы тебе уже нунчаки купили, а тут у меня оружие лучше. Все отлично, оружие хорошо купили. Так, снаряжение. Снаряжение мне ничего. А вот соседям. Вот соседям, да. Вот нунчаки. Давай, наверное, лучше. Отлично, железные нунчаки. А тебе, Дарка... Этот, нож. Кинжал, отлично, так и улучшилось. Так, можно продать посох. И нунчаки обычные. Цена, конечно, сумасшедшая. Ну все, я скупил лучшее оружие, которое было у эльфов. Так, магия почем у вас нынче? Магия какого уровня? Третий уровень по 1000. Ничего себе, черная магия, смотрите. Наносит огненный урон всем врагам. Блин, прикольная вещь. Наносит урон молниям всем врагам. Снижает уклонение всех врагов. Парализует одного врага. Прелесть просто. Хорошая вещь. Но дорогая. Сейчас я посмотрю еще броняк, что нам предлагает из брони. К тому же будем принимать решение, да? Итак, что у нас? Это церковь, у нас все живы пока. Здрасте. Я провидец, когда приходит назначенный час, мне открывается будущее. До тех пор я должен смиренно ждать. И что мне вам? Позже зайти к вам? Так, броня, железные доспехи у меня есть. Медный браслет. Это на кого? На магов? Плюс 4 защита всего? У меня на железных доспехах плюс 24, у вас плюс 4. Дороговато, по-моему, 1600 на вас тратить. Нет, наверное. Так, железный щит возможно, он недорогой. Кожаная шапка, вот по кожаной шапке я вам куплю. Но не более. А, у меня одна есть кожаная шапка. Сейчас я куплю шлем себе. Одну кожаную шляпу. Железный щит. Все, не более. Медные браслеты, наверное, обойдетесь. Но 1600, это все мои деньги, вы что? И плюс 4 защиты, вы и так подохнете. Лучше на заклинание какое-то это все потратить. Так. А можно еще раз с вами пообщаться? Мне просто нужно снаряжение. Я купил себе хороший щит. Лучше я ставлю. Сейчас я должен заменить кожаную шляпу и кожаный щит. Шлем... И железный щит появились, отлично. Так, номер 3. Номер 3, Бруно. Бруно, ты ничего не получишь. А, еще одну кожаную шапку надо будет купить. Да, одной не хватит кожаной шапки, ну ладно. Ну все, третьей не хватит. Еще одну кожаную шапку, сэр. Да, нормально. Снаряжение. Дарку не хватило. Все, шик. Шик, продаем. Продаем. А что мы продаем? Кожаный щит только у меня снялся. Все остальное мы пустили в дело. За 6000. Ну, сумма, конечно, огромная. Все, браслеты я не буду вам покупать. Плюс 4 защиты. Это очень дорого и нерентабельно. Может, выбьем. Доспехи и оружие из мифрила крепче и надежнее других. Обязательно попробуйте сами увидеть. Да я не сомневаюсь в этом. Денег нет.
Так, зелье, ультразелье, 150 очков здоровья, пух феникса, это воскрешение. Но пока нас все города рядом, будем домой наноситься. Палатка одна у нас есть, спальный мешок аж два. Так, а что там вверху, я не пойму, еще одна, что ли, белая магия? А, это уже четвертый уровень. Слушайте, антияд. Исцеляет отравление. 2500. А вещь неплохая это. Антидотов попробую накупить. Вот это если прокачать. Да ладно, тут, конечно, мы это не справимся с этим, я думаю. Ну, в смысле, с четвертым уровнем пока что точно нет. Ну, а тут черная магия, тоже сон. Погружает сон одного врага. А чё одного? Стопроцентное погружение? У меня есть массовое погружение. Оно дешевле стоит. Ускорение, замешательство. Но это атакующие, это не защитные чары. Ну, ладно. Я провис, когда приходит начальник, бывает будущее. Теперь я должен ждать. Да, жди на здоровье. Ну что, придется спать за сотню. Здесь у нас... О, могилки какие-то. Что это за могилки? Перед вами надгробный камень. Перед нами надгробный камень. Здесь покоится Линк. Тот самый? Ну да, он же шельф. Ну да, похож. Он же помер, что ли? Ладно. Никто не знает, где теперь король темных эльф Аст. Кстати, он мне нужен, у него глаз. Так никто не знает, где же его искать-то. Здесь, что ли? Там вверху я видел этот замок, ладно. А, так подожди, здесь тоже есть замок. А ну, минуту. Так, замок, здравствуйте. Эльфийский замок. Из-за проклятия Астаса наш принц погрузился в глубокий сон и не может пробудиться. Прошу, помогите принцу. Ну, смотря сколько заплатит. Король темных эльфов Астас обманом проник в замок и наложил проклятие на нашего принца, а потом сбежал вместе с сокровищами. Ну, если сокровища, я его найду обязательно. У вас есть чем поживиться? Зелье, еда, все что угодно. Не стесняйтесь. Гномы живут в пещере у западного побережья Алдийского моря. Гномы. Западное побережье Алдийского моря. Он дружелюбный народ. Хорошо, запомню. Тут все запоминать надо, тут же ж нет уж этих. Ой, вышел зря. Тут же ж нет этих, как его, заметок. Так, вот тут что-то еще. А как мне туда попасть? Не понял, как мне реально туда попасть? Я ж не могу по краю ходить, меня выносят с карты. А что это такое за лужайка? А где ваш тут принц или кто у вас тут обитает? А, там центральная дверь была. Сейчас. Попробую здесь пройти, ну, наверное, вряд ли. Нет, получается. Только недалеко уходи. Иначе вылетишь с карты. Ключ тайн. Дверь сокрытия запита ключом тайн. Да это я уже понял. А где же этот ключ тайн ваш находится? Тут уже столько дверей я нашел. Запертых ключем тайн. Так, принц должен быть тут, да? А он валяется. Хрюкает. Его в свинью превратили, что ли? Здрасте. Из-за проклятия Астаса принц спит вот уже 5 лет. Ого, спит. Наверняка есть какое-нибудь зелье, способное превратить его в сон. Но где его взять? Я думаю, его переворачивание с кровати лучшее средство. Ладно, я понял ваш намек. Хорошо. Так, там я видел еще замок вверху какой-то, между прочим. А вы кто? Говорят, есть на свете ведьма, которая любое зелье по плечу. Матоя. Так Матоя глаз надо вернуть. Тогда она, может, вам и зелье сделает, а пока что вряд ли. Так, мне надо выспаться, прежде чем идти наверх, и желательно, наверное, быстро сохраниться. Но за сотню платить, конечно... Жестоко. Ну ладно, давай сотню. Не плыть же мне на соседний берег, чтобы там поспать
в таверне и вернуться опять израненным сюда. В любом случае, тут придется тратить деньги. Наверное, на этом они и наживаются, собаки. Так, я съесть, сейчас сделаю быстренький сейвик, наверное, да? Там сейчас нас разорвут вверху. Где тут быстрый сейв? А вот он, родной. Все, годится. Теперь можем аккуратно обходить. А, кстати, тоже пристань есть. Ой, меня в лесу накрыли синие волки. Синющие вообще. Бруно, что-то тебя они не взлюбили. Видимо, по цвету подобрали. Хотя наш темненький тоже в синем. Но они тебя, конечно... Они тебя, конечно, и хоть и делитесь обратно. После такого этого. Слушайте, они крутые. А этот кинжалом стал бить, я не знаю, превосходно просто стал бить. Вы видели, какой урон у него? Почти как у Бруно. Бруно, опять тебя лупят. Ну, сейчас меньше, это повезло, наверное, кританул. Так, волков разбросали, молодцы. Тут новый уровень пошел у людей. До 9-го дотянулись. О, вот. А, это ж мой корабль. Ё-моё. А где ж тут проход-то? Ладно, сейчас опять волки, да? Тут надо как-то атаку по площади, что ли. Было бы неплохо, кстати. Так, что со здоровьем Фиона? Это ж совсем плохо-то. Так, магия, давай, наверное, вспышка его сейчас сюда. Слушайте, хоть бери, заходи и сотню трать обратно. Я ж обратно вниз иду. Смотрите, они меня уже изуродовали все. Ну, молния так себе урон. Так. Фиона излечилась. Давайте все врежем. Волкам или кому-нибудь. Опять Бруно избивают. Синие вообще его не любят, волки. Все, порешали. Не, ну они нам, вот видите, убил волков. Почти заработали на это. Нам горы, кстати, надо обходить. На юг не вариант идти. Давайте спать. Вообще не вариант. Не, я согласен. Мы отбили, в принципе, сотню. Ну, уровень прокачали. Но зато мы так изучаем, собственно, сушу. А как еще изучать? Ты не знаешь, куда идти. Хорошо, что есть город. Сотню там мы точно отобьем. Сейчас пойдем через лес. Тут наваляют. А это кто, вампиры, да? Вурдалаки. О, наконец-то мы по нежити ударим. Хотя это, блин, они умирают с одного удара. Не надо. Не напрягайтесь, они вообще никакие. Да нет. Некоторые из них хороши. Особенно по подарку, который... Что с ним, проклят? Дарка, нам этого только не хватает. Сбежал, урод. Ого, денег сколько. Нет, они крутые были. Что с Дарком? Так, кажется, ничего. Придуривается. Так, тут вообще глушь. Тут же в лесу могут и это, и ногу отрезать. Ё-моё, сколько тут синих волков. Вы что себе позволяете? Так, исцеление. 33-56. Дарка. Сонно. Ну, попробуем. Чуть-чуть подняли его, конечно. Дарка, живи, блин. Ой, ё-моё. Хоть кто-то уснул? Надеюсь, да. Так, ну давай его же исцелять. Или себя. Давай себя. Хоть опять возвращайся. А так, наверное, и придется нам делать. Промах. Умри, пес.
Но я-то удар выдержу. Бруно не очень. Во, убили пса. Мы тебя точно сейчас убьем, да, разу. Так, денег дайте хорошо, хотя они бедные. Они бедные, да, довольно-таки. Я тут видел какой-то замок. Вот здесь. Нет, не здесь. Сейчас опять нападут. Где сейчас замок-то видел? Я ж плыл и его видел. Так, еще волки. Внимание, волки. Ладно, давай просто бить их. Дарко. Сейчас у нас будет труп. Так, магия исцеления на Дарко. Щит работает железный. Два раза уже отбил. Просто ломить ему. Опять Дарка пропускает. Да что ж такое-то? Все, годится. По 93. Денег вообще очень мало. Подождите, я же видел замок с моря практически. А сейчас я где? Хрена не пойму. Опять волки. Это круто. Это круто. У нас исцеление еще один раз осталось. Я не знаю. Магия. Как куда что-то идти-то? Ну, пока они меня бьют, то вариант, конечно. Спастись и извлечь из этого пользу. Но вообще, конечно, дело дрянь. Бейте его уже, а. Последнее исцеление. Это еще мы нормально отделались. Опять его бьют. Так, последнее. Ну как последний, мы будем бить их до вечера, наверное. Пока не найдем, куда идти. Я видел вверху замок. Надо посмотреть, что за замок. Как к нему добираться. Тут вообще нифига не платят за этих волков поганых. Подожди, все тут. А тут можно пройти? Нифига, тупик. Все, нам конец. Тут, короче, не выйдешь просто. Настолько все круто. Ну, я не знаю, как мы его будем убивать. Они очень крутые. Давай попробуем сон. Все, 28 это... Фух. Может, сработает сон, повезет. Но одного не добили. Давай этого. Так, одного добили. Нормально. Я-то выдержу точно. Хорошо. Ушел. Что-то маловато ударил. Ох, 700 монет. Ну, конечно, этот бой того стоил. Так, давайте выбираться к городу. Ужас какой-то творится. Просто ужас какой-то творится. Мне надо проспаться. Не могу выйти к этому. Надо на корабле, наверное, Так на корабле тоже ж бьют, блин. Как мне в разрушенный замок попасть? У него ж тоже речь шла. Где-то на западе. Я его не могу найти. По-моему, я его видел издали. Когда плавал. Почему я пешком не могу к нему дойти? За волков мало платят, их пить неинтересно. Ну ладно, зато уровень качаем, в принципе в этом что-то есть. Так, быстро несемся, давайте я сейчас через лес пробегу. А как тут проходить, через низ или через верх? Через низ. Фу,
Зато мы будем сильнее. Как кто-то промахнулся. Круто двоих сразу убить. Такое бывает редко. Да, можешь меня бить. Я заблудился. Я здесь заблудился. Нам через низ идти. Так, я в городе. Возьмите мою сотню. Слышите, сколько денег заработал? Наверное, очень много. Можем даже заклинание себе какое-то позволить. Да, я останусь спать. Сейчас, наверное, надо сесть на корабль и посмотреть, как добираться к замку. Потому что не получится нам туда добраться просто так. А сколько у меня денег реально? 2500 я еще не собрал. А я не знаю, тут не пишется, сколько денег. 2800, 2500. Я, в принципе, могу купить себе заклинание 4 уровня. Не, выходи. А ну давай. Не, не, не так. Нам надо как-то, как-то вот так вот. Как-то к кораблю добежать. Это, наверное, никогда не закончится, да? Я, конечно, начал бить более зверски. Ой, хорошо, что промахнулся. Да, я стал лучше бить. Так, настучали по голове. Я даже до корабля не добежал, что самое интересное. Вот он. А ну давай на корабле посмотрим. Что там за фигня у нас творится? Давай. Здоровые все? Да. Давай, давай, давай. Как нам попасть именно туда, куда надо? Это невероятно просто. Просто, если бы не было вот этих боев, то я бы туда добежал по-быстренькому. Посмотрел бы, разобрался, но смотрите, что творится. Тут должна быть пристань, наверное, отдельная. А, вон он. Значит, должна быть пристань, как туда можно попасть. Сверху как-то попасть, наверное, можно, да? Сейчас разберемся. Ого, мы лупим. Нас скоро бояться будут. Нет, мы-то растем с вами. Прокачка-то идет. Только еще заклинаниями бы, конечно, усилиться. И где эта сволочь? Люди, как мне попасть туда? Ну что это за фигня-то? Ну замок-то стоит же, тот самый, который мне, наверное, нужен. Взгляд, промах. А мы нормально держим удар. Все, взгляд ушел, сейчас мы их раздавим. Давай. Нифига не пойму. Стоит в центре замок. Нет ни пристани, ничего. Каким способом туда добираться? На вертолете? Я бы, конечно, мог бы, если бы не было таких боев по 20 минут бы. Осмотреть как-то эту территорию, посмотреть, как туда пройти. Но вы уж поймите меня правильно. А, я пристань какую-то нашел. Может, отсюда спуститься вниз? Ты серьезно, отсюда вниз спуститься? Ну, мы тут проведем еще 252 боя, конечно. Так, 44, давай, исцеление на Бруно. А ты давай бей волков. Скорее всего, отсюда спуститься вниз, наверное, да? Нормально, мы уже переросли, по-моему, этих ребят. Они в нас попасть даже не могут уже.
Ну, в принципе, да, пещера какая-то есть. Смотрите, что за пещера. Воу, я каких-то гномов нашел. Это про тех этих говорили, да, гномов? Лалихо. Здрасте. Хрустальным оком и слепец прозреет. Поговаривает темный эльф Астер затащил хрустальное око Матои. Да мы-то знаем. Ведьмы, да? Или не знаем? Она говорила, что у нее и украли, но... А, он говорил, да, что эльф, эльфский король их темный забрал. Сколько? 575 монет я взял? И еще 450. Сколько у меня монет? 4600. Слушайте, можем любое заклинание сейчас прокачать с вами. Здрасте. С восстанием оком и слепец прозлеет. Это мы слышали. Мы с кузнецом нашим там уже балакали, он там в кузнице. Здрасте, ох, мечи какие. О нет, эти только для показа, ими драться не выйдет. Привет, Смит. Эх, вот бы мне кто-то адамантин-то, в котором легенда рассказывает, принес. Какой бы волшебный меч выковал, да? Землица гнить стала. Начал с запада, ползет теперь он во все стороны. С запада? Землица? Тут не нападают на меня. Тут, это, видите, дружелюбная пещера. Чуть не могу понять, где я нахожусь. Еще и сюда заперся. Знаете что? Как обычно, ключ тайн, а ты кто? Чтоб его проход перекрыл огромный булыжник. А остальное... Осталось-то всего ничего, и канал готов. Будь у меня хоть чуток нитропорох, я бы эту глыбу расколол. Нитропорох? У меня нет нитропорох. Может, у них есть? Кто шумит? Это Нери колет каменюки в глубине пещеры. Я вот вам скажу, добротный браслет в бою ничуть не хуже, чем броня. Да, только он стоит 800. Кто шумит? Это Нерик. Каменюки колет. Это что у нас? Здрасте. Поговаривают, замковая сокровищница был нитропорох. Замковая сокровищница это... Где? Левитаю. Камень. Говорят, что он угодно воздух поднимет. Короче, тут ничего нет. Тут заказали мне нитропорох, левикамень. И сказали, что око у, точно у этого принца. Все, это гномы пока или рано сюда еще, или... Ну, не тропорох, сокровищница замковая нужно найти. Ладно, разберемся сейчас. Короче, отсюда не выйти никак. В нижний ярус, там где стоит... Как его? Замок. Туда все-таки плыть надо. Волков, конечно, самые бесполезные существа. Тут же ж никак, да? А нет, можно. Да нифига тут нельзя. Все, тупик. Короче, только на корабле. И там только одна пристань. Эти волки уже задолбали. Не знаю, как вас. Почему не на каждом метре? Самое печальное. Бейте меня, да, это хорошо. Бруно не трогайте, он у нас слабенький. Так, так, магия свинья Бруно. Дарк ударили. Ни с того, ни с сего. То есть, та пристань, на которую мы с вами высадились, это правильная пристань. Больше, в принципе, ничего не нужно. Только надо правильно выйти как-то к замку. Как к нему выйти, если не могу исследовать даже с корабля эту сушу? Короче, я сейчас пойду куплю какое-то сильное заклинание, раз мы так разбогатели с вами внезапно. Столько денег у гномов вышибли. Так, гигантский червь. Давай, наверное, вышибем вот третьего. Магия исцеления, исцеление, да, надо бы, да. Магия сон. Одного только усыпили. Да, убили, нормально.
Укусил. У них есть деньги, я чувствую. Нормально, да, это лучше, чем волки. Так, все, плывем вниз. Желательно возле берега. Нас тут и тут, правда, греют, но это уже другая история. Так, ну хоть не зря сплавали, хотя бы нашли пещеру гномов, о которой говорили. И собрали деньги из сундуков. Так, поздравляю с новым уровнем, вы молодцы. Сейчас я все-таки куплю новые заклинания. Вон, вон замок, вот как туда попасть? Так, атака, давай этих. Атака вот этих. Магия. В принципе, все здоровы. Давай этих, а ты магия сон, давай. Выспимся за сотню, думаю. Ого! Акула бьет неплохо. 3 спят. Промах поэтому. Так, давай, раз те 3 спят, давай убьем от этого. Ты бей акулу. Ты бей акулу. И ты бей акулу. Ну давай, по полной программе. Ну лупишь ты, ну блин, сейчас умрем. Нам все равно через город эльфов идти и спать. Мне еще, наверное, пару палаток бы, наверное, купить бы. Наверное, не помешало бы. Еще неизвестно, куда нас судьба занесет дальше. Ого. Дарка, сейчас тебя воскрешать еще чувствую будем. Девятнадцать ударка. Тут 1500 монет. Вон, смотрите, замок. Через лес, короче. А как здесь попасть? Ёперный театр. Вы что, шутите или что? Давайте весь экран заставим этим дерьмом. Так на каждом сантиметре. Не то, что там, я не знаю, ну хоть... Продохнуть хоть чуть-чуть бы. Нифига, блин. У меня тут человек умирает. 40. Ну тут по-любому в него попадут. Ну давай зелье, не знаю. Представьте, сколько сейчас будет бить. Тут уснуть можно, пока не все ударят. Так ладно, там бы, я не знаю, ну... Ну, на каждом сантиметре квадратном. А их будет больше 9? Реально выспаться можно, пока бой закончится. Тем более с таким количеством бойцов и с такой медленной подачей боя. Ну... Просто тупо нажимай, да и все. Куда-нибудь да попадешь. Да. Ну и сколько нам за 9 дадут? 1500, как за 3. Еще и зелье вернули, спасибо. Так, тут надо быстрее отплывать. Я вижу. Я здесь. Где деревня? Деревня чуть ниже. Нам надо как-то пролезть в ту область. Как? Блин, даже в лесу не дают покоя. Ну не знаю, я как по мне, бои надо реже сделать было бы. Но это же просто невозможно. Тебе надо найти странный замок, который находится, тот самый, наверное, разрушенный, потому что все остальное я нашел. И ты вот этим вот занимаешься, вот этим. Нет, ну понятно, ты качаешься в это время, но... Ну,
Ну да, мы сейчас купим очень сильные заклинания, благодаря, конечно, этой прокачке, но все же. Здрасте. Я снова дома. Так, мне нужно проспаться. Да по-любому, потому что я много потратил. Давай, сотня, это теперь ничего не стоит. Я сейчас могу купить, наверное, два супер заклинания, но как по мне, надо брать заклинания, которые нас исцелят и помогут, например, с извлечением немоты, например, или еще чего-то. 6000 у меня, кстати. Я могу два супер заклинания взять. 4 уровня. Но я возьму одно, чтобы не остаться без денег. Пусть лучше деньги будут. Так, белый маг — это защита. Давайте защиту возьмем. Типа немоту излечить. Или отравление. Кстати, змеи нападают. Иногда нападали в прошлой части. Могли сожрать меня. Страх. Это не важно. Вдвое снижает получаемый всем отрядом ледяной урон. Но я не встречался с ледяными. Исцеляют немоту. Вот, немота или антияд. Но немоту я не встречал, чтобы нас наложили. А вот антияд, да. Антияд с удовольствием. 4 уровень, 2500. Все, готово. Можно было бы еще по этим накупить бы. Браслет, например, за 1600, да? Может, и купим. Так, дайте я тогда сейчас пойду в палатку за 160 куплю. Про запас. Вот это я нагриндил. Здрасте. Палатка. Я и дом могу купить. Если бы он не был одноразовым, было бы вообще хорошо. Ну ладно, 160 это вообще ни о чем. Спасибо. Будем покупать эти кольца. Или не будем? Тысяча 600 еще уйдет. Ну, дорого, конечно. Но по плюс 4 защиты. Это же хорошо, как по мне. Да, давай два купим. А то у нас маги без защиты вообще. Ну, деньги есть, тем более нагриндили. Собирали. Так, два браслета. Все, 1700 у нас еще остается. Ну, не зря ходили. Так, первый маг Фиона. Лучше. Вместо одежды. Так она у нас голая, но в браслете, да, получается? Ну и Дарка лучше тоже будет голый, но в браслете. Я думал, он вместо щита вставится. Нет, вместо одежды. Получили по плюс 4. Ну, нормально. Так, продаем тогда одежду. Где она? Вон одежда. 2. 8 монет вернули. Все, палатки у нас 2. Кинжал, все остальное используется. Ну все, шик. Теперь бы просто выйти к замку. Мы с вами отлично съездили, нашли, где живут гномы. Теперь у нас есть антидот, нам практически не нужен. Если у нас есть лекарь, мы можем спать постоянно, да, получается. Так, быстрый сейф. Быстрый сейф у нас один, поэтому... Ой, блин. Поэтому там выбирать нечего. Ну что, пошли вверх. Опять пошел не туда, ну ладно. Я сейчас должен бить намного сильнее, намного страшнее. Нет. Ну, для белого мага это фигня, конечно, все. Ха-ха, червь решил, что лучше сбежать, наверное, да? Ну, он принципиально решил, но кусается неплохо. Смотрите на его укус. Что сотворил-то скотина? С Бруно несчастно. Мне денег дадут нормально сейчас. 225, хорошо. Я опять не туда зашел, но бывает. Сейчас буду пробиваться на север. Я, правда, это уже делал несколько раз. Не могу понять, почему у меня не получается. Привет, волки. Просто вас бьем. Ну ничего, мы изучаем карту. Давай без магии пока, как есть. Я думаю, это не соперники. Мы с вами нормально уже себя чувствуем. Тем более, вот уровень повысили нам до хорошего. Вот тут где-то есть выход.
В любом случае, где-то есть выход. Мне надо попасть на соседнюю территорию. Как? Блин, ну шаг влево, шаг вправо, и начинается битва. Ну, ужас какой-то. Ну хотя бы с перерывчиком каким-нибудь. Мы так, конечно, начали очень яростно драться, вы заметьте. Получаем, конечно, еще иногда. На стаи волков выносим очень быстро. Ну, правда, за нее и платят соответствующе. Никак. Вот проход, походу, да? Вот он. Хотя что, вот он. Вот он, наш. Блин, чё я раньше не прошел? Зато сколько денег заработали. Так, ладно, давай. Главное тролля вынести. Магия исцеления. Исцеление. Кому? Бруно. Магия. Давай попробуем усыпить. Что-то они какие-то опасные. Блин, Бруно, держись. Ой. Неплохо, да? Так, Бруно исцелили. Усыпили двоих. Бруно продолжает кусать. Лупите. Бруно, держись. Там еще впереди замок какой-то стрёмный. Ну, тут хорошо заплатит. 240, хорошо. Мы дошли. Невероятно, как я не прошел с первого раза, я не знаю. Западная цитадель, что это за мышки? Пипи. Ладно, не буду вам мешать. А, здесь не нападают. Здесь просто пипи делают. Ну делайте, это безобидно довольно. Западная цитадель — это разрушенный замок, да, о котором говорили? Так, вот какое-то первое здание. Ключ тайн. Подожди, еще что-то должно же быть, да? Я что-то никого не нашел. Чего я сюда перся-то? Пипи. Нет, ну по центру что-то здание, что, наверное, да? Вот это ж оно? Да, вон дверь, оказывается, была. Заходить через верх. А где же ключ тайн, интересно, взять? Тут столько дверей под на этот ключ тайн закрыт. Представляете, сколько там всего интересного находится под этим замком ключа тайн. Привет, король какой-то сидит. Король темных эльфов Астас обманул меня, и теперь мой замок лежит в руинах. Будь у меня корона, что он унес пещеру Топи, я бы уже его восстановил. Вы не принесете мне корону? Пещера Топи — это болото, а болото я видел внизу. Что, и все, что ли? Корону заказал? Это типа квест он мне дал. Ты ради этого сюда пришел? Что, больше ничего нет, что ли? Нифига себе, сколько я сюда пробивался. Ну ладно, пошли тогда отсюда. Сейчас я еще посмотрю на севере, что там за замком. Чтобы уже ничего вообще нет. Прямо перед замком напали, сволочи. Так, исцеление давай на Бруно. Здесь магия, солнце. Это вниз нам надо идти, на юг. Там, куда я забредал, помните? Там были болота. Ну, как раз будем идти через эльфский город. И пролечимся. И, возможно, еще что-то купим. У нас денежные потоки просто нереальные. Так, бейте волков как хотите, они нам все равно куда попадете, главное бейте. Еще бейте. Я не чувствую боли, бейте. За них совсем уже не платят. Что за дела? Тогда на лес пробежать. Я там начал обходить и не туда попал. Вот чем проблема была у меня. Из-за этого у меня были трудности. Небольшие. Так, лечить надо кого? Ну как обычно. Бруно у нас
чахнет. Хотя Бруно-то выдержит, а вот Дарка нет. Магия сон, давай. Нет, Бруно сейчас не выдержит, я чувствую. Молодцы, выдержали. Два из них уснули. А тот, кто не уснул, нас всех покусает. Не в этой жизни. Тут 200 монет точно дадут, да. Это хорошо. Так, в замок по диагонали. Через нижнюю часть. Блин, вы все больше и больше. Огр-вождь. Вы охренели здесь, что ли? Магия, давай вспышка. Он не умирает. Но меня можно бить, да. Бруно нет. Его жалко. Давайте, давите его же. Все, мы его убили, давайте. Промах. О-оу. Все, конец тебе. 700 монет. Вот этот бой, конечно, стоит того, чтобы его провести. Так, я здесь, Эльфхейм, быстро спать. 100 монет, я согласен поспать. Сейчас идем на юг, там болото. А там пещеры, по-моему, не видел, но, может быть, не дошел, конечно. Сейчас поглядим. Сколько денег у меня? У меня 3200. За 2500 заклинание луча второго уровня, наверное, куплю. Как по мне. Давайте, наверное, пока не будем этого делать. Так, легкий, быстрый сейф. Все есть. Теперь на юг. Там проход был, надо обойти чуть-чуть. Кстати, здоровяки задолбали, только вылечился. Нет, мне там может быть опасно, давай пока так. Нет, ну меня можешь бить, да. Ого. Хотя мы с вами крепенькие довольно. Даже маги у нас уже, ну кроме Дарка, имеют хорошее здоровье. Так, обходим. Вон болото внизу, это же болото. О-оу. Нет, я там был, значит обойти надо выше. Все на нас 5 раз здесь нападут. На поляне волки. Вот тут нам палатка и понадобится, если мы найдем какую-то пещеру в топе. А у нас только 2, если что. Потому что в пух и прах разобьет, пока мы дойдем куда-нибудь. О, новый уровень, поздравляю. Поздравляю наших магов и противоядия дали, это хорошо. Так, вот здесь мы обходим. Вот болото. О, нашел пещеру, нашел. Упреждающий удар. Одного убили. Второго убили, третьего убили, красавцы. Вот эта фигня, какая-то дыра. Я сюда, кстати, не дошел чуть-чуть буквально. Буквально пару метров. Так, ну что, будем лечиться. 215, 218, 123. Да нет, давайте, наверное, мы в бою с вами вылечимся. Это, в принципе, не проблема. И плюс у нас зелье еще есть. Палатку они будут пока тратить. Можем, конечно, здесь сделать быстрый сейф. Или не делать. Давайте, наверное, здесь все-таки сделаем быстрый сейф тоже. Потому что если нас там разорвут на запчасти в этой пещере, то мы воскресимся здесь и надо будет сюда бежать. В принципе, правильно. Так, все. Сохранился. Давайте прыгать в эту яму. Искать ту корону. Я даже этой пещерой не могу назвать. Слушайте, B1, это первый уровень.
А сколько что-то всего-то будет? О, слизь какая-то. Серая жижа. Крепкая какая-то, зараза. Ого! А не промах-то тут у нас народ живет. Слушайте, обалдеть. Не промах. О, я нашел спуск на второй этаж. А нафига мышки здесь бегают, вы не знаете? Чтоб мешать просто, да, по-моему? Какие-то тени разбил. Ну ладно, за них хотя бы платят уже хорошо. Мышки просто мешают, я так понимаю, да? Так, куда ты зашел? Топи Б2. Карта. О, двери какие-то. И где мне искать корону? Вот здесь, что ли? Кинжал, который я купил. Блин. Так, а как же искать-то? Представьте, сколько мне боев надо провести. Может, ну давайте попробуем их на прочность этих всех. И отравление. Да вы что, я здесь не выживу. Смотрите, Бруно мертв. И два отравления. Короче, тут только бегать надо. Убегать от них надо по полной программе. Все, Бруно мертв. Я теперь понял фишку. Как проходить игру? Ты должен, короче, часов 6-7 ходить по лесу, качаться, собирать деньги и прокачиваться. А потом только идти по сюжету выполнять. Смотрите, я иду по сюжету, ну, тютелька в тютельку. Ну, плюс я еще в лесу заблудился, я прокачался чересчур. Нас вынесли 3 скорпиона. Они нас тупо вынесли и уничтожили. Ну, что делать? Это бред. Воскрешать мне нечем. Я не покупал. Идти в город тоже бред. Давайте от них пробовать убегать пока. Но я их не смогу победить их. То есть всю игру, которую я проходил, этого мало. Нужно теперь идти возвращаться в леса и бить волков. Часов 6-7, мне кажется, 8. Так, ладно, я загружаюсь тогда. Не годится. Тогда нельзя мне здесь ходить, просто надо пробежать, собрать все, что могу, найти корону и уходить отсюда, если, конечно, дадут уйти. Ну, 3 скорпиона просто разнесли отряд пух и прах, который отряд имеет лучшее оружие, лучшую броню, какую можно купить, и заклинание антидот за 2500 я купил. Ладно, все, выходим. Все, тупо тогда бежим и сбегаем из боя, попробуем сбежать. Если хотим выполнить этот квест. Этого я убью, наверное. Смотрите, урон сносит 50% майли. Ну, у меня не полное здоровье, конечно, у всех. Но это конец, да, это конец. Я даже не добегу. Может, вниз пойти. Мышки это так специально просто сделали, чтобы задержать игрока. Чтобы мы не слишком быстро пещеру прошли, видите? Все, давайте бежать. Это конец. Если 4 этих, они нас тупо разобьют всех. Смотрите, что творят. Какие-то глаза. 32 урона. Так, сбежать тоже не вариант. Они меня тоже расстреливают тупо. Не, я не буду ходить бить волков по лесу. Я иду по сюжету, и у меня вот такая вот фигня творится. Представляете, сколько нужно проходить, прогуляться по лесу, чтобы здесь себя чувствовать хорошо. О, кстати, сбежал нормально. Сейчас, короче, давайте найдем корону. Возможно, она где-то здесь, а может, я не туда и зашел. Будем пробовать просто бежать. Ну, что делать? Понятно, нужно выучить какие-нибудь заклинания еще мощные. Но у меня деньги есть, но в пещере нам не выжить. Вот что это за большая комната. Оу, может быть здесь.
Нет, здесь нас ждут скорпионы. Нет, скорпионов я все. Я видел их в действии. Это ужасно. Пипец просто. 35 урона. Это фактически 25% линии моих этих. Ого, 1180. Так, а ну, подождите. Тут же можно вылечиться и так. А то меня сейчас убьют, блин. Фиона, мне надо вылечить, исцелить меня. Нет, не меня. Вот этого парня исцели. Себя не забудь. Дважды. Да и парня не забудь. Все, пока хватит. Дальше посмотрим. Нам главное, чтобы нам, когда в спину стреляли, чтобы не сильно больно было. Слушайте, за тут денег куча просто. Не, идите нафиг. Я понимаю, что вас мало, но идите нафиг. Мне нужны противоядия, чтобы здесь сражаться. А у меня всего их три, а те, которые в бутылочках, я тратить не собираюсь. О! Зелье. И между сундуками на меня нападает куча какой-то нежити. Нет, не плюйте в спину только. Ой, больно, укусил. А что это такое со мной? Я уже не могу сбежать, да? А, я не могу сбежать, прикиньте. Все, конец. Он, короче, меня вырубил. Неплохо. Давай попробуем как-то защититься. Атака. Магия. Вспышка. Давай. Должны ж убить мы этого зверя. Тут-то и не звери дерутся неплохо. Смотрите, как режет. Так, я должен прийти в себя. Да, это как-то меня вырубили. Что даже сбежать не дали. Вот сволочь. Ух ты, я тут разбогатею. Так, ну, я далеко не забегу, я чувствую уже. Фиона. Нет, не порядок. Нам магия нужна. Магия. Фиона. Использовать исцеление. Исцели Дарко. Пока хватит. Сколько у меня осталось исцеления? Одно. Одно исцеление. Это вообще жесть. Надо выходить, палатку ставить. Нет, если мы отсюда выйдем живыми, сейчас корону заберем, то было бы неплохо. Хрен, какую там корону? Тут выхода нет. Наверное, надо было вниз идти. Ну что, попробуем сбежать? Или этот нас покусает? Давай попробуем еще сбежать. Драться не вариант. Ни хрена себе, 45 урона. Что это было? Не знаю. Бежали. Это я где? Там не вниз. Короче, там не было, по-моему, ничего. Или было? Два паука несчастных. Дайте я их убью. Возможно, об этом, конечно, пожалею. Магия исцеления последняя. Давай на этого несчастного. Магия, вспышка, смерть. Промах, конец вам. Конец вам, говорю. Правда, сейчас еще один бой, наверное, у нас будет. Но это того стоило. Видели, сколько я денег вынес с пещеры? Немного убегаю от своих преследователей. Кто? Давайте их тоже отлупим, они не очень сильные. Тем более нам сейчас все равно палатку ставить. Все, магии у меня нет больше. Тут только есть, можно так. Двадцать всего? На них огонь не действует, на вот этих именно. Тут физика только действует. Огонь слабоват, на них что-то идет. Ох, далеко, как я забежал. Как отсюда выбраться? Ну что, ставим палатку, сохраняемся. Идем теперь вниз. Мы с вами вытянули кинжал. Вытащили денег, где-то 1200, наверное. Да, 6500 у нас, ни хрена себе.
Давай, только не на быстрое сохранение давать. Давайте на отдельный слот, потому что я не знаю, может, я неправильно прохожу пещеру, мне корону не дадут. Но мне нравится так. Да, я не потратил ни одной бутылочки. Сейчас магию восстановлю частично, правда, и здоровье. Палатка же восстанавливает частично магию и здоровье, поэтому... Попробуем. Давайте попробуем. Что бы там ни было. Так, сохраняться будем, да. Отдельный слот выберу сейчас. Все окей, пошли дальше. Сейчас посмотрю, что у нас со здоровьем. Ну, полностью не восстановилась. Магия, по-моему, тоже, да, Фиона? А, так что ты еще нифига не сделал. Сохранился, но нифига не сделал. Мы же палатку должны были поставить, приятель. А, предметы. Палатку, да, давай. А я думаю, вышел, сохранился и побежал дальше. Нет, сейчас мы теперь будем методом убегания, потому что мне не хочется идти в город, покупать антидот, вот это вот все вот это вот переживать. Куда я иду вообще? Тупик. Я думал, на меня уже не будут нападать. Я думал, я им уже не интересен. Так, хорошо, разбили. Это домик. О, лестница. А, два паука, давай тебя. Тебя. Тебя и тебя. Укусил. Но не больно. Повезло. Повезло. Подожди, а тут же можно сохраняться, да? Вот как-то сейчас не так пойдет. Сделал сохранение и побежал. Так, Б2, новый этаж для нас. Я не знаю, что это за этаж. Тут тоже есть комнатки. И тоже есть враги, причем очень серьезные. Попробуем сбежать. 25 урона это до хрена. 43 это еще хуже. Ну ладно, мы сейчас посмотрим, куда бежать дальше-то. Быстрее. И мышек специально в общем, нехорошие люди палаш. Он недорого стоит. Прямо на дверях меня тут... О, два паука, мне нравится. Давай, да, раз. Ядовитого главное шлепнуть. Остальное все не важно, давай. Главное, чтобы ядовитый ушел. Синий там мы выдержим. Слева есть еще дверь. Так, ну давай слева. Смотрим, что тут. Блин, везде сундуки. Так, два слева крайних, не вариант. Зеленая слизь. Давайте ее отмочим. Что-то мы две слизи не убьем, что ли? Три единицы урона! Она бессмертная! Ё-моё, попал в ловушку. Ну ладно, я сохранился, если что. Охренеть. А чем же ее бить-то? А хрен его знает, чем его бить. Я думаю, что у меня с предметов есть. Такая пауза. Перебирал в голове, что у меня имеется. А нифига у меня не имеется. Ладно, давай так. А может быть огнем? Да, огонь всегда работает. 75, да, убили. Так она нас сейчас уничтожит. А нет, иногда попадает, видите. Попали. Попали. Короче, все, тут ничего нет в этом краю. С одной стороны, это хорошо, что мы исследовали эту часть. Меньше... Блин. Можно ими врезать, конечно. Давай попробуем врезать. Давай попробуем резать. А ты магией давай, наверное, вспышка. Вот это, так и любого. Ого, 45. 90, он труп. Нормально. Но больше, наверное, не стоит этого делать. Так.
Снаряжение. Что я хочу делать? У меня просто много мыслей, что делать дальше. Исцеление мне всего две штуки дали, прикиньте. Дарка чуть-чуть исцелить. Еще одно осталось, и все. Больше бутылочками только, разве что. Где же сундук? Зелье. Ну что, зелье набрали нормально. Не, в задницу не буду с ними драться. Давай бежать. Их не берет оружие. Надо тратить огонь. Огня у меня там совсем мало. А, по-моему, это выход. Что будем делать? Вернее, не выход, а даже вход. Давай попробуем так. Нет, я с ними не буду драться. Мы убежим. Вот получится в спину не получить. Получилось не получить, хорошо. Это третий этаж. Я же не знаю, сколько что-то этажей-то будет. У меня уже здоровья нет на все это. Так, дайте я здесь еще на один слот сохранюсь. А ни хрена, на слот здесь не сохранишься. Только быстрое сохранение, я не хочу закрывать быстрое сохранение. Нету тут у нас сохранения, короче, отдельного. Печально. Ого. Их мы точно не перебьем. Вот и все. Вот теперь нужно побеждать. А, можно сбежать все-таки. Без него можно сбежать. Правильно, да? Да, прикольно. Я думал, нельзя сбежать. Пух Феникса, о, возродиться можно. Прикольно. Тут тоже по домикам все. Разбито. И далеко не забежишь. Не, это чересчур. Вы что? Да вы что, это чересчур, ребята. Представьте, сколько надо убить. Тут нужен урон по области. Вот против таких уже отрядов, это уже профессиональные отряды. Медный браслет. Это за 800, который купил. Прелесть. Просто прелесть. Так, бежать. Я что-то нажал. Не знаю, что-то нажал. Бежать. Тут должна кнопка быть сбежать всем сразу. Так, давай, тут еще какая-то хрень. А мышей разбросали. А, тут вообще ничего нет. А мышей разбросали. Специально, чтобы задержать меня, когда я бежать буду. Понятно? Только и без яда. Без яда говорю. Отлично. А комнат сколько? Представьте, в какой комнате где что искать? Это что за комната? Специально закрытая. А, подожди, с всех сторон. Синие хороши, но лучше, наверное, сбежать. Подожди, я там, по-моему, ошибся. Не атака, не сбежать. Блин, да это чревато последствиями. Короче, можно бежать, даже если чувак у нас в этом, в ошеломлении, или в чем он там. Ничего страшного в этом нет. Это другим ключом открывается. И это тоже, наверное, открывается. Короче, ряд нерабочий. Нижний. Ну, это хорошо. Я сейчас проверю, конечно. Бруно, прощай. 22. Что мы будем с тобой делать, Бруно? А, Бруно. Еще и отравили. Фиона. Что у меня порядок все время нажимается? Магия. Фиона. У тебя есть антияд? Фиона. Давай последнее свое исцеление. Не понял. Мы попали или не попали? Попали в Бруно. Но ему бы еще, наверное, предмет какой-то бы. Типа зелье. Помрет.
Так, проверяю эту дверь, если нет, то идите в баню. Все, значит, только верхние три ряда у нас, да, получается? Четыре нас просто размажат. Нас просто размажат. Нет. Не, ну кнопка сбежать для всех, это, конечно, бы была золотая просто кнопка. Опа, что-то нашел. И что же это я нашел? Неужели корону? Что, так быстро? Что у нас со здоровьем? Кого-то надо подлечить. Да, и предмет, может, там сейчас атака будет. Вполне возможно, никто мне так просто корону не отдаст, наверное. Так, давай, Бруно. 158, но остальные, кажется, еще ничего. Ну, поехали. По-моему, это корона. Это не корона, это комната с ловушками. А сбежать? А если это корона? Я сбегу, и тогда мне ничего не дадут, получается, да? Ладно, давайте попробуем дать бой. А вдруг это корона, потому что так огорожен сундук, ни в одной комнате такого не было. Рыба-демон, 4 штуки. Давай так. Так, магия. Антияд только. Все, Фиона бесполезна. Ну, пока ядом нас не заразили. А тут магия, наверное, надо бить. Молния по голове. Ох ты, 74, труп сразу. Все, нам конец. Вы представляете эту мощь? А что это за мощь-то такая? Так. Нам бы Бруно как-то исцелить. А что они первые начали ходить? Взяли мне, вы вышибли этого. Не, Бруно, предмет. Попробуй зелье. Фиона, предмет. Пух Феникса. Ну, попробую воскресить, я не знаю. Знает, куда бить. У меня нет слов. Знал бы, кого воскрешать, бы не воскрешал бы его. От него бы больше пользы было. Магия, предметы, магия. А у меня больше нет воскрешения, между прочим. Давай, наверное, на меня бросай. Давай, магия. Вспышка, бей. Сейчас мне 50, конечно, накинут. Но как мне их победить? Два удара, по, может быть, и 80 у меня сейчас. Предметы набрасывайте на меня. Ну а ты бей, если сможешь вспышкой. Прощай, Фион. Нет, еще... Да, Фиона умерла. Вылечить нас не успела. 36 это очень слабый удар, между прочим. Сейчас смотря на кого он прилетит, этот удар. Атака. Нет, не атака, здесь не атака, здесь магия. И последней вспышкой, давай. Мы победили. Одно очко у него и у меня. 1200 монет из 1100 опыта получили мы с Дарком. Все остальные померли. Вы получили корону. Поздравляю, Дарка. Мы с тобой получили корону. Теперь надо еще отсюда выйти, вынести своих товарищей. Я думаю, нам надо сохраниться. У нас есть по предмету, в принципе, можем. Есть у нас предметы, можем. 3-5 зелий есть, держи себе. И держите мне. И я делаю быстрое сохраненице. Я делаю быстрое сохраненице.
И мы с вами в шоколаде. Теперь только надо выбраться отсюда. Я ж надеюсь, можно сохраниться в пещере? Я дальше не пойду смотреть. Все равно надо будет возвращаться, когда у меня ключ будет. Мы с вами вскроем все замки здесь. Но это будет потом, когда мы придем сюда с антидотами, с хорошей магией и с хорошей защитой. Пока что надо валить отсюда побыстрее. Все, я сохранился, давайте выбегать. Это будет сложно. Они нас убьют только так. Прощай, Дарко. Меня отравили. Антидот у меня есть, в принципе. Ты, блин, не можешь, да, сбежать, мать твою? Не, он не может сбежать. А почему не может сбежать? Я понятия не имею. Почему его ударили 8 раз? Вы не знаете, почему его ударили 8 раз? Я не знаю, почему его ударили 8 раз. Ладно. Предметы у меня есть. На удивление. Короче, надо где-то 50 штук противоядия иметь против таких вот штук. Пока хватит. Если что, я сохранился. Ничего страшного там нет. Мы с вами выберемся. Они тоже меня будут сейчас жрать. Опять отравили. Отряд потерпел поражение. Слушайте, хорошо, что я сохранился. Представьте, перепроходить это подземелье с нуля. Да, спасибо сохранению. Сейчас бы мы с вами с самого начала пещеры бы начинали бы. Я хочу зайти в эту комнату. Так, я с ними не буду драться. Я думаю, мы сбежим. Я думаю, мы с тобой сбежим, понял меня? Ни хрена, мы не поняли, блин. А чё я не могу сбежать больше? У меня так хорошо получалось до этого, а теперь больше не получается. Смотрите, у меня со второго раза получается побег. Из-за того, что у меня два трупа лежит, или что это такое, я не знаю. О, тут много чего интересного. Зелье. О, дом. Слушай, он 2000 стоит. Я могу полностью исцелиться. Так, ну раз выпало зелье, я думаю, нам надо его выпить. Как вы считаете? Я думаю, надо выпить, да. Все, больше шансов, что мы вырвемся. Беги. Ох, сколько собак. А тут, наверное, нам не дадут сбежать, да? Кусайте Дарко. У него меньше шансов выжить. Что, сбежать не сработало, да? То есть тут еще, наверное, кубик бросается, сбежать, не сбежать, да? Так а что вот это за хрень? Я ж только что шел вообще без ошибок. Теперь я не могу сбежать с карты. Вообще не могу сбежать никак. Никаким способом. Мне надо драться, что ли, с ними? Или что мне надо делать, чтобы мне сбежать просто? Или тут тоже удача играет, да? Определенную роль. А, может, мне не давал этот мой напарник? Ни хрена не пойму, честно. Тогда бежали, теперь не бежим. Все, до свидания, да. Налево. Какие, интересно, сейчас у нас шансы сбежать? А чё они ходят первые постоянно? Почему они ходят первые? Не могу понять. Сбежать. Дарко сбежать, но он мертвый лежит. С третьего раза теперь получается забежать. Раньше бежал с первого раза. Из-за короны, что ли? Ладно, подождите, дайте я еще предмет выпью. У меня еще 3 зелья осталось. Ну, драться бесполезно, они меня убьют. Хотя, по-моему, больше я урона получу, когда спиной к ним встаю. А тут я никак не... Тут магия только нужна, а у меня магии нет. Тут, короче, я так понял, удача еще какая-то играет. Да, роль? Сбежишь, не сбежишь.
И без моих товарищей, я так понимаю, у меня шансов вообще очень мало сбежать. В основном товарищи мне помогали сбегать. Хотя нет, здесь как повезет, смотрите. Сейчас он от зомби ноги унес, только так. Так, осталось чуть-чуть, я уже близко. Ну тут этаж попроще, тут не должно быть серьезных врагов. Ни хрена себе, не должно быть серьезных врагов. Все, не удалось сбежать. Все, я парализован, да? Я ж теперь ничего не могу делать. Ну да, игра шансов не дает вообще. Что, мне дали шанс сбежать? Не, шанса вообще не сбежать. Если ты попадаешь на зомби, то все, за не 100% тебя будут вот так добивать. А, у нас тут автосохранение еще есть, оказывается. Я не могу с него загружаться, но... О, я его убью сейчас, дайте его убью. Убил твою мать. Ладно. Я так понял, у меня удача в ноль, да, ушла? Ну, тут есть автосохранение, пусть меня лучше убьют, наверное, чем... Я не знаю... Нет, тут можно сбежать, я думаю. Не, побег вообще не работает. А как я так удачно прошел почти всю подземелье? Может, у меня эта удача у моих друзей была высокая, скорее всего. Смотрите, я тут еле бегу. Автосохранение спасло, что оно тут существует. Все, я вышел. Я вышел. Это невероятно, но я вышел. Я вышел, я жив, и я счастлив. Я беру антидот, хотя попробую доберись теперь еще до воскрешения. Ты ж один остался. Воскреситься нельзя. Почему ты радуешься, реально, ты ж один остался. Ты представляешь, сколько тебе надо пройти до города, чтобы добраться до города, нет? И ты отравлен антиядом. Не антиядом, а ядом. А да, тут можно попасть в серьезную задницу. Смотрите, 52. Я думаю, этого нам хватит, наверное, сбежать. Ну, пошли. Воскрешения у меня нет, я никак не восстановлю парней. Сейчас меня будут прессовать зомби со всех сторон. Но тут, наверное, будет проще сбежать, потому что там уровень врагов очень высокий. Так, а как я тут шел? Шел вот так обходил, иначе мы тут бы не вышли. Да, и теперь через лес только пробежать. Но они мне ничего не сделают, они слабые. Вот это я прорываюсь. Подожди, автосохранение здесь должно уж быть, да, я думаю? Да, я думаю, должно быть. Нормально. Мы доберемся до города. Мы доберемся до города. Так самое интересное, что мы с вами зачистили практически пещеры. Ну, вот эти, которые были. Так, тут вниз. Я уже знаю карту. Два зомби или три. Бурдалаки, короче, это не важно. Мы сбежим. У меня три зомби, он со мной лежит на землю. Лицом упали. Все, теперь я уже возле города практически. Давай. Все, я дошел. Я дошел. Да невероятно просто. Сколько я денег вынес оттуда? 8200. Нифига себе. Да мы миллионеры. Сейчас за воскрешение, конечно, спилят по 150, наверное, да? Брюно. По 200. Взять лодку и плыть там, где подешевле. У меня сейчас 1000 только уйдет. Меня на лодке будут доставать. А ну идите нафиг. Пойду подешевле сейчас. Воскрешусь. По 50. Так будет у меня 150, а так 600 монет. Представляете, сколько это? Ладно, не буду я плыть. Это уже издевательство. Давай, ладно.
Хотя, блин, ну 600 монет-то. Или 150 на лодке. А ну ладно, а ну подожди. Ну 600 монет это сумма, ого-го, за бои столько не платят. А ну. Если по карте я сейчас сяду на корабль, то мне только вверх подняться. А ну делай сейф. Все, сейф я сделал. Пусть попробует меня достать. Я сбегу от вас, ублюдки. Вы меня не возьмете, ясно? 36. Должно хватить. До корабля добегу, а там дальше уплыву. А где корабль? А вот он, блин. Все, вверх. И отсюда я убегу. Вы думаете, меня достанете? Ни хрена вы меня не достанете. Я сэкономлю 450 монет. Мне они очень тяжело дались. Чтобы я вот так вот взял и просрал все на свете. Нет, ребят. Я лучше их на заклинания потрачу. И тут не дошел. 5 метров. Сбежать или убить их? Атака. Они меня ударят 5 раз. 4 раза ударят. Я их ударю. 3 раза еще. Они меня ударят до 10% жизни. А я их ударю. Еще и промахи есть. Но это очень слабые противники, поэтому еще их от них убегать так совсем не годится. Неплохо, я с 9 жизнями добежал. Ну все, я уже подготовлюсь дальше. По крайней мере, я теперь знаю, что существуют монстры, которых не берет обычное оружие. Корнелия, почем у вас тут воскрешение? Там по 200. А здесь? А здесь у нас по 40 даже. Я думал, по 50. Восставь, падший воин. Восстань. Я за 120 монет воскресился. Там бы я воскресился за 600. А 600 монет это целый ряд заклинаний по 250 практически второго уровня. Это очень большие деньги, между прочим. Все. Теперь бы нам отоспаться бы. А то, глядя на нас, 1-1-1 и 8 очков здоровья. Все на коленях. Да, корона нам далась довольно-таки ого-го. Так, куда нам надо проспаться желательно, да. Битва была, конечно, из суровейших, но мы выжили. И тут проспаться за 30 монет. Вообще, блин... Бесплатно практически все у нас тут. Ой, ё-моё, какой серьезный у нас здесь с вами квест. И какие серьезные задания. Все, мы выспались. Да, мы выспались. Только теперь знаете, какая у меня цель? Теперь у меня цель поехать выкупить все заклинания второго уровня. И делать акцент на огонь. Потом, ну, понятно, у Фиона его не будет огня, но все же. Заклинание третьего уровня по 1000 стоит. Тоже стоит посмотреть. Но я буду готов в следующий раз. Мы, кстати, в эту пещеру вернемся, когда у нас ключ тайн появится. Там внизу целый ряд закрытых комнат, поэтому там в любом случае мы с вами еще будем сражаться. Но это было, конечно, очень эпично, да. Я так понимаю, так рано туда еще пошел. Мне надо было еще гулять. Ой, не выходи только из города. Только не выходи из города, мы с тобой потом сходим. Мне надо было еще гулять и гулять, наверное, да? По лесам и качаться. Плюс антидота надо набить. Полные карманы. Не хватает нам заклинания антияд. Сколько стоит? Противоядие по 50 стоит. Эфир это что? Кстати, вот есть восстановление очков магии на каждый урон. Уровень магии. По одному, представьте, за 150. У меня, кстати, эфир был.
Но это дорогое удовольствие. Пух Феникса тоже. Противоядие, капля для глаз. Слушай, так из-за короны еще и драться пришлось. Интересно, если бы я бегство там нажал, что бы там было? Не знаю. Я потратил одну палатку. Давайте сразу ее восстановлю. У меня, кстати, есть еще один дом, который восстанавливает все. Это мы выбили. Или пока не трогать. Исцеляет негативные эффекты, кроме окаменения, потери сознания. Золотая игла. Исцеляет окаменение. Наверное, это должно быть у меня в рюкзаке. Не знаю. Так, противоядие. Штук 5, чтобы были. Зелье. Штук 5, чтобы были. Все, это минимум, который должен быть. Дальше потом посмотрим. Спасибо. Да и вам спасибо за такие цены. Низкие. Здрасте. Раньше я жил далеко на востоке, потом в городе Провока. Я туда, кстати, поплыву. Учить заклинания второго уровня по 250. Все, друзья, на этом все. Хватит с меня пока того, что у нас есть. У нас есть корона, которую мы отнесем в разрушенный замок. Зачем, только не знаю. Нам-то надо найти что? Противоядие против сна принца, который 5 лет спит. И глаз ведьмы надо найти. Я ж не нашел эльфийского этого. Кстати, а где он? Ладно, разберемся позже. Все. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Shadow Real Play. И до новых серий Final Fantasy 1. Пока.